А итак, приветствую всех, кто смотрит данный ролик. Это рубрика «Обзор тест», и сегодня у нас в нашем клипе обзор тест на Диого Жоту. Интересная его карточка была, когда вышло еще событие. Вот, но как-то еще не думал его покупать для теста. Вот. Но сейчас я уже, как видите, смотрю его характеристики. Вполне, наверное, неплохой игрок по цене и по характеристикам. Ну, сила удара у него более-менее, завершение у него не очень. Вот, дальний удар, в принципе, более-менее. Вот, дриблинг, ловкость, подкрутка, ну, не совсем. Вот, а усилка у него нужная. Вот, а лига у него вполне приличная. Так что можете, допустим, с кем-нибудь... Если у вас бюджет не очень, можете, допустим, слинковать, кто там есть, допустим, Агуэра, в принципе, тот же, да, ну и так далее. По характеристикам, ну, надо смотреть сейчас по игре, ну, давайте начнем, погнали. Итак, протестировав данного игрока, что хочу сказать. По цене и качеству, скорее всего, он соответствует. То есть 7 лямов, думаю, вполне годится. Вот, по игре, ну что хочу сказать по игре. В принципе, у него удары, наверное, скорее всего, 7 из 10. Вот, то есть по скорости, ну, не сказал бы, что он слишком скоростной. Вот, но, возможно, это и не совсем важно. Ну, кому как. Вот, по ударам, ну, недостаточно прошивной, вот, но вполне бюджетно, может быть, подойдет, вот, если там, допустим, не будете рассматривать, допустим, какого-нибудь Инсини или, допустим, Неймара, вот, такое мое мнение, там уже сами думаете, выбирать вам его или нет, ставить или нет, у кого, допустим, если 4-3 атака, да, вот, с усилкой атака, да, будет нормально. Вот, всем спасибо за просмотр, всем хорошей игры, пока.